Здравствуйте, дорогие друзья! Рада приветствовать вас на канале про еду о еде. Сегодня я расскажу уникальный вкусный рецепт с грибами. Нам понадобится чесночное масло, немного подсолнечного масла, репчатый лук, обжариваем до золотистого цвета и добавляем шампиньоны. Все перемешиваем. И тушим. Шампиньоны выделяют большое количество влаги, слегка выпариваем ее. После чего добавляем сливки. Сливки можно использовать как 10%, так и 20%, какие любите. Все перемешиваем, тушим еще 5-7 минут, добавляем соль и перец по вкусу, после чего накрываем крышкой и готовим до загустения соуса. Сливки загустели и превратились уже в соус. Получается очень вкусное блюдо с шампиньонами и сливочным соусом. Гарнир на ваш вкус. Сверху можно посыпать жареным луком. Всем приятного аппетита и спасибо за просмотр. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки и подписывайтесь.